Всем привет! Снова я, Алексей Зизов. И сегодня будем продолжать играть в эту игру. Я вот немного подкопил ресурсов. И мне рассказали, что акулы могут сожрать вот эти вещи. Поэтому я тут поставила эту штуку. Короче, пол. Понятно. Что дальше? Пойдем копить ресурсы. Опа, насловлено. Три. Стойте секунду. Продолжаем. Это был мой друг. Что? Что, я забыл включить звук, блин. Так намного лучше. Ловись. Видите, на что я коплю? Хватает, давай купим. Покупаем. И золото тоже. Ура, я забрался на второй этаж. Вот так лучше. Кокос собрали. Где лестница? Вот она. Значит, вот тут ставим по бокам. И вниз. И пойдем за деревом. Раз, два, три. Теперь три вот тут. Ура! Ты тут можешь половить рыбку. Вот эту. Или удочка. Ящик. Офигеть. Давай. Да. Ну что? Железо. Если хотите много видео, тогда будут идти они 8 минут. Если хотите долго, тогда будет редко. Не гарантирую. Видео могут когда угодно быть. Давай сюда вот так. Дотянулась. Да! Ура! Не промазывай. Да, наконец-то. Привет. Не достаю, ладно. Ну тут же еще вещь. Блин. Там вода. А я пить хочу. Хлебануть. Блин, не могу. Теперь придется в печку идти. Да. Точно в печку нашел. А, вот тут же. Рыбу. Раз, два, три. Забрать. Использовать. О, вместе. Сделаем факел. И поставим, давайте себе жадно наверху. Намного лучше. Я испугался, где бинты? Они на верхней полке. Гонечку кто залезает, не знаю. Быстрее. Бинты. Бинты использовать.
Фью. Я чуть не подбух. Ладно, ловим ящик. Здесь контакт. Опа, ну, здесь и камень бесполезно. Что бы сделать? Вот как сделать сетку? И мне бы хотелось собрать. Там покажется на железо, а там поправда дерево. Что это? Строил? Нет. Бам-бам-бам. Что построить? Не знаю. Давайте дальше искать. Ну, точнее, не искать, а улучшать код с помощью дерева. Что мы не успеем? Сундук. Понятно. Есть. Сколько штук. Маловато. Готово. Это будет скучное видео. Давайте я промотаю. Я самое неинтересное брал и теперь собираю. Все, теперь пойдем наверх. Строить. А все больше нету? Ой. Что? Ой, фух. Потом не потерял. Что здесь надо построить? А ладно, давай внизу доделаем. И мы тебе готовы. О, пушка. Ловим. Правда, из чего делается сетка? Тут не показано. О, сет. Наконец-то я нашел, как ее сделать. Ура! Наконец-то мы сделаем вот эту штуку. Ладно, хочу сделать мячики. Но сперва... Что такое? Мой плод непотопляемый. Кстати, что я хотел сделать? Не понимаю. Что я хотел сделать? Ах, да, взять оттуда деревяшки.
Вот эти. Надо 10 штук. А тут сколько делать? 2 штуки. Рецепты. Корпушки. Ну, как уже делается. Рецепты. Понятно. Хочу и это собрать, и это. И это. Такой прекрасный ночи на втором этаже. Я заканчиваю это видео. Всем пока.